Ясмине Такаевой не скрыть волнение. Впервые девочка выступит на концерте, посвященном Дню народного единства. Мы выбрали песню «Нохчичо», что обозначает с чеченского «Чечня». Она олицетворяет дружбу народов. 4 ноября на центральной площади горожан ждут танцевальный флешмоб и концертно-развлекательная программа «Широка страна моя родная». Мультинациональный ансамбль «Северяночка» готовит 4 номера, песни на русском и удмуртском языках. А на 8 уже встать, как положено. Хорошо? Давайте еще разочек. И песня о России – это обязательно, потому что мы патриоты своей страны и своей родины. А, естественно, национальная песня, потому что в нашем коллективе, коллектив многонациональный, есть удмурты, украинцы, татары, башкиры. Ну, в общем, как бы мы готовим еще удмуртскую песню. Ансамбль «Дети гор» оттачивает мастерство исполнения зажигательного кавказского танца. Младшая группа выступит с номером, который включает в себя связки лакской, кумыкской, ингушской, даргинской, аварской и других лезгинок. Лезгинка – это не только танец одной какой-то нации. Это многонациональный, как бы называется, древних времен, потому что в Дагестане очень много наций, как вы знаете. День народного единства призывает жителей огромной страны сплотиться независимо от социального положения народности. И объединяют многонациональный Когалым в этот день не только песни и танцы, но и спорт. Организаторы готовят программу «В единстве сила». В Дворце спорта пройдет Куба города по волейболу, чемпионат по карате «Киокусинкай», а на лыжной базе «Снежинка» – подвижные игры на открытом воздухе для всех желающих. Спортивный дух, он объединяет людей. И символично, что эти мероприятия, они будут соответствовать теме нашей или символу в единстве силы. Кроме того, в День народного единства вручат ценные призы победителям викторины города Югры. Большое спасибо за то, что участвовали вообще в этом проекте. Считаю, что наша молодежь должна знать свои исторические корни. Павел Евдокимов, Юлиана Сотник, Николай Сапожников. Специально для новостей.